Всем привет, ребята, с вами Петя Бондарь. Чё? Тебя прокатить? У тебя сердце работает за счет камеры. Петя Сапунов играет в Brawl Stars. Нихуя себе! Утро, день, вечер, добрый, дорогие друзья. Сегодня мы едем прокатиться. Я не знаю, какой план. Сейчас гоним до сквера. Возможно, Дан будет работать в сквере. И сейчас будем обкашливать важные вопросики. Самое главное, ребята... Мне вчера подарили грифсы. Блин, спасибо большое за грифсы. Дружище, если ты смотришь это видео, я тебя люблю. Ты вчера сделал мой день. Подарил мне грифсы, подарил всяких ништячков. Я вообще просто счастлив. Младшую бригаду немножко заставил поработать. Сейчас Лёва мне отмоет самокат. Поменяю я грифсы. 1000 лет на аддиктах не катался. Это просто моя любовь. И... поеду навстречу к Дану. Опа! Все, теперь официально снова могу говорить то, что эти параша. Помните, какие раньше крутые были баренды у Addict? К сожалению, только такие остались. Но вы разницу чувствуете? Где рисунок покрасивее? Сейчас мы их растянем, чтобы они не такие твердые были. Ну, вид имеет. Тебе нравится, а? Наверное, нравится. А, что-то я вышел на улицу в одной рубашечке. На улице оказалось супер холодно. И я вот попросил. Оп. Лёву скинуть кофточку мне. Сквершоп. Сквершоп он самый. Ой, это кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Хоть побрился, не знаю, на собеседование это. Ну да, чуваки. Brawl Stars, кто пойдет? Да ну нахуй! Да, анекдоты, приколы. Чувак, а где анекдоты-то? Там надо читать, бля, прикинь. Сегодня день железнодорожных войск. Улыбнитесь. Сколько нужно на задачу? Делаю за час в течение недели. Чем ты занимаешься? Устаю за деньги. Это ходить. Все, жесткая катка началась, можете сейчас ебать будем. Ебать, нихуя себе, это Петя Сапунов играет в Brawl Stars! Петя Сапунов играет в Brawl Stars! Нихуя себе! Бля, меня сейчас трахнут. Пизда! Он кинул на меня этот мут ебаный. Так, анбоксинг нахуй. Жалко этого добряка. Че? Помните, я вот говорю, да, про грифсы эти чудесные? Скажи ему спасибо сам себе. Спасибо. Спасибо ему большое. Пожалуйста. Мы сейчас едем в Мак, я угощаю. Бля, грех отказываться. Есть там заказик. Смотрите, мы заказывали 2 картошки, а в итоге у нас 4. Это липтон? 3 сырных у нас. Вот, наггетсы на всех. Все? Вроде да. Короче, нам немножко... Пизда, я походу голодный, отсюда ухожу. А что у тебя должно было быть? Chicken Premier. Бля, вообще забыли. Да, еще раз скажу. Ну, очень вкусно, жестко, обожрались. Вы вкусно и точки. А едем куда-то. Комфорт плюс, пацаны. Кто-то ходит за окном. Нас, пацаны, привезли в какое-то страшное место под названием... Пока что пошли на турнички, пошли на турнички. Всем привет, ребята, с вами Петя Бондарь. Жесткие турнички. Оп, повисли. Раз. Опа! Чуваки, кстати, напишите в комментарии, как вам, что, стоит снимать эти видосы от первого лица вот так вот? Или вообще уже ебланство? Каким-то образом мы словили расход, разделились по парочкам, и каждый поехал по своим делам. Через минут 30-40 встречаемся. Я вообще не представляю, что у нас какой план, поэтому просто кайфуем. Через максимум час мы уезжаем под мост. Чуваки, короче, вот такая штука. Я не знаю, как так вышло, у меня, короче, на рубашке порвана одна пуговица, именно в том месте, где держится крепление. Короче, пацаны, мы не знаем, как там Дан, но мы просто отдыхаем. Просто перебегаем. Балбес, так нельзя делать. Здесь прям выглядит так круто. Я себя чувствую реально Петей Бондарем.
что ты ему дал прокатиться? За 200 рублей. За 200 рублей, блядь, взял в прокат. Жестко, жестко. А 200 рублей? Чего? А 200 рублей? У меня нет тоже 200 рублей. Тебя, походу, наебали. Фу, ты кто такой? Вы посмотрите, кто едет. Ты что тут делаешь? Я живу тут. А ты что тут делаешь, блядь? А тут вот это чудо сидит. Что мы куда едем? Мы поедем под мост. А как у тебя камера так держится? А я как жесткий фрами таймер. Я, короче, как железный человек, у меня в груди крепление, вросшее с рождения вот такое. У тебя сердце работает за счет камеры. Фрами таймер. Я тебя вызываю на батл. На камеру батл. Кто пизжи снимет. Отмечайте фрами таймера, пожалуйста. А, мы приехали под мост, а народу вообще как-то не особо. И в парке чисто, как будто в нем убираются. Либо сегодня день такой хороший, либо реально самое то, что покататься под мостом. Офигеть, ребята, посмотрите, нашел. Это же Ру. У меня в детстве такой же был. Вот так вот надо. Чуваки, это прям супер трудно так кататься и снимать. Я не знаю, как Петя Бондарь это делает, это жестко. У меня есть кое-что для тебя. Йоу! Кидай самокат. Че? Тебя прокатить? Слышно? Тебя прокатить? Ну, прокати. Че за хуйня? Пока. В смысле? Чуваки, это че за хуйня? Ты чё, ёбнутый? А чё оно тут стоит? А я ему. Я в ахуе. А чё? Ебать прикол. Дорогие друзья, уже как-то поздно, и мы накатались, супер устали, уже по домам разъезжаемся. Покажи мою любимую девушку, пожалуйста. Покажи. Короче, пожалуйста. Дорогие подписчики Петра Сапунова, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А это Дан Банан Еблан. Я ее люблю. А нас, подписчиков, зрителей Петра Сапунова, тоже люблю. Все, ага. Ребята, всем пока-пока. Пока-пока. Харкни. Пока-пока.